В Татарстане проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков человека. По предварительным данным, они принадлежат 65-летнему мужчине, который ушел из дома 24 декабря прошлого года и не вернулся. Тело с признаками обмерзания, а также следами укусов диких животных обнаружили на берегу реки Лесной Зай в Заинском районе. После проведения необходимых экспертиз будет принято процессуальное решение. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!